Где мы служим? Патрульной службе! Где вы служите? Патрульной службе! И... мальчики 20, девочки 10, поехали! Чого я хочу, щоб людина побачила, коли заключає поліцейську нової формації? Того, чого вона чекала від держави України. Справедливості, сили, надійності, некорупційності. І запорукою того є величезні довгі черги, величезні конкурси для того, щоб стати поліцейським. Запорукою того є все кардинально нове. Форма, заробітна платня, досвід і знання, тренування для патрульних машин, комп'ютери. І головне – посмішка, привітливість. Я, например, очень человек. Из-за чего, в принципе, ушел? Потому что я хочу изменить страну. Изменить систему коррупционную. Бажання змінити хоча б щось. Хотелось порядок навести. Быть ориентированным на помощь человеку. Меняться самому и менять что-то в окружении. Чтобы не было коррупции. Работать действительно по совести, по чести. Чтобы не было взяток. Чтобы выполнялся закон и граждане спали спокойно. Честно говоря, просто мне было интересно, я сдал последний день заявку. Вот, а потом уже вызвали на тест интеллектуального сначала характера. После этого уже прошел. Ну и как бы дальше, мне уже самому просто стало интересно. Смогу, не смогу. На роль двигуна реформ міліції мною була запрошена із-за кордону людина, яка має величезний досвід в побудові нової поліції. Яка з Гуладзе, яка люб'язно погодилася переїхати із Франції, де вона проживала разом з чоловіком, і мала абсолютно комфортне життя, приїхати в Україну на некомфортне життя. І будучи зарядженою величезною енергією для того, щоб змінювати Міністерство внутрішніх справ. Можна в гості? Пожалуйста. Это больше, чем реформа милиции. Это процесс изменения страны или, даже более амбициозно, это процесс строения государства. Поэтому нужно, чтобы тут шли люди, которые этого хотят. Вот первый поток должен быть очень индивидуальным. Они должны знать, чего они хотят и почему сюда идут. Меня зовут Андрій, 26 років, я з Києва, працював в банківській сфері, займався рекламою, займався промишленим альпінізмом. Отчет на запасу. Офіцер Дети, офіцер Джаред, це двоє американців із Каліфорнії, і вони будуть допомагати також вам. Тобто вони будуть допомагати як інструкторам, так же і вам. Ви не будете карати ворога, отойдіть від цього. І навіть забудьте об цьому ізначально. Ви повинні, перше, це допомогти громаде, где вы будете працювати. Я хочу сказать, что много людей помогало нам для того, чтобы мы начали эту большущую работу. И в том числе госпожа Нуланд принимала участие в формировании позиции Госдепартамента. Они увидели в нашем стремлении, в нашей программе, в нашей стратегии команде
потенциал к реализации и включились помогать по-настоящему. The way our programs work, we train police, but we also train trainers. So these trainers can go out and vastly multiply the number of people who get training, and then we can also bring new equipment. You've seen the police cars, you've seen those kinds of things, and then we come back every couple of years and we check up on the program and we help brush it up. That's what we've done all around the world, and that's what we'll do here. Это было очень тяжело для организаторов, потому что мы все за месяц, в принципе, написали заново программу обучения, методологию, набрали инструкторов, переучили инструкторов. Было, конечно же, довольно сложно и для ребят, потому что методика, которую мы подобрали, это обучение взрослых, да? Абсолютно интерактивная форма, которая обязывает нас быть активными в процессе обучения. Это значит, что энергия тратится двойная, плюс физическая нагрузка, которой большинство из них не привыкло, и тактика, абсолютно новый предмет для большинства из этих ребят. Рухайтесь до мене, повільно, задом. Тут маленьке пространство, нам треба пройти через. Ми продовжуємо піднімати всіх. Такі, які були, повинні бити, які будуть. Извлекайте оружие і вже можете производити вести. Дякую, дочка. Я побачила інтерв'ю, яке злазив по телебаченню, і вирішила не сидіти осторонь, а прийняти безпосередню участь у реформі. Поначалу було тяжело. Тяжело і в фізичному плані тяжело, і у многих не вийшло. Нужно уметь быстро переключаться с, ну, как бы с позиции того, что можно доминировать над человеком, в позицию того, что человеку нужно помогать. Вы правша, работаете таким вот образом, всегда контролируете. Добрый день, правая рука свободна. Мы ушли снизу вверх, естественно, никто другой не должен пострадать. Отработали по стороне водителя. Полицейский должен быть универсальным во всех случаях. Он должен уметь говорить, он должен разбираться в законах, он должен знать тактику. Он должен уметь ею пользоваться, потому что с помощью тактики он будет выполнять те или иные действия, он будет выполнять свою работу. Не зная, не умея, он не сможет выполнять должным образом те задачи, которые на него возложило государство. И это чревато тем, что мы просто будем тратить время во время подготовки и, конечно, не хочется этого говорить, и терять людей. Сегодня мы отработаем вот этот момент зачистки автомобиля. И вот это, если успеем, динамику. И мы таким образом идем. То есть я иду первым, он вторым. Это не значит, что он вообще ничего не делает. Он тоже держит свой сектор. И мы возле автомобиля, когда подошли, мы расходимся на две стороны. Раз, взяли за ручки, показали друг другу, что готовы открывать. Да, открывают. Раз, быстро. Посмотреть. Лучше себя стараться держать чем ближе к своему телу, чтобы больше его контролировать. Все это как бы вроде бы игра, когда на улице выйдет, уже будет надо играть. Боком, стало немножко боком. Ствол, ближе к машине. Ты не становишься фронтально, ты становишься вот так. Оружие держишь уже там, на контроле, то есть вот таким способом. Ты уже готова стрелять. Раз, посмотрела. Какая нога, какая нога. А напарник? Напарник контролирует с той стороны. Если будет взрыв, все уйдет туда, вам... Экстремальность обучения, мы надеемся, их подготовила лучше к экстремальному виду их профессии, которую они выбрали, да? И они понимают, что значит сейчас стрессоустойчивость, да? Уравновешенность, важность умения сфокусироваться на важном. Хочется поменять отношение общества к правоохранительным органам, ну и доказать все-таки, что как бы есть люди, готовые защищать интересы простых граждан. Не сидя дома, лежа там на диване, смотря телевизор, а именно принять участие в изменении страны, в изменении системы. Чтобы люди в новой полиции видели не карательный орган, а орган, который може допомогти. Ми просто це діло будемо робити всі разом, спільно. Ми, полісмени і громадяни, у нас буде одна ціль, щоб в нашій країні все було добре.
Держите руки на виду. Вынужден буду принять как угрозу. Покажите свои руки. Естественно, он тянется по причине, чтобы вас застрелить. В нашей работе мы с этим сталкиваемся постоянно. Мы занимаем сектора, но мы работаем таким образом сверху вниз, потому что мы должны понимать, что у нас вокруг товарищи. Ну, полицейские — это прежде всего мозги, как и любой другой человек. Киборгов, идиотов, беспредельщиков нам на улице не нужно. Даже если они очень красиво выглядят и делают механистические движения. Поэтому теоретические занятия и занятия психологической подготовки и, собственно, база знаний фундаментальны. Именно поэтому у нас такое внимание уделялось классной работе. Я вчера так четко знал. Вы очень предупреждение в одной базе, да? Паспорт не дам лежит в другой базе. ДТП совершенный третий, СМИН четвертый, криминальные правопорушения пятый, злочные судимости, все валяется в разных базах, и все это меняется унифицированным, так называемым, идентификатором голосов. Тяжелее всего. Ну, такие юридические предметы. Все новое, раньше с тем не стыкалось просто. Вот административное право башке. Безопасность, ваша личная безопасность. Потом уже безопасность вашего напарника. Потом, если у вас там пострадавший, вы должны заботиться о его жизни и здоровье. Что будет со стационарными постами на въезде в город и будут ли у экипажей средства контроля технического состояния автомобиля? С одного боку більш розширений, з іншого боку майже не розширений. Так поміняли. Трубочку поміняли. Що, газоаналізатори, драгер, алкотест, модель. Ось тут на зворотному боці находится. Нельзя посадить человека сразу в автомобиль, не рассказав ему элементарно, как работает этот автомобиль, правила дорожного движения, просто садись и едь. На теории мы рассматриваем те или иные вопросы, где стоять, как стоять, зачем стоять, даже как дышать или не дышать. Это ваша работа, это ваша жизнь, ну, это жизнь людей, во-первых. Вы должны это сделать. Выполнить свою задачу, выполнить задачу и, мало того, и остаться целыми и невредимыми. Ці люди повинні бути в очах поліцейських рівні, як прості, смертні, бідні, багаті, депутати, простий хлопець села. Я дав їм чіткі гарантії, що кого б вони не зупинили, депутата, міністра і особливо мажора, вони мають діяти по закону і вони, кожен з них буде захищений. Поліцейський повинен сам соблюдати ті правила, за которые он собирается штрафовать или за которыми собирается следить. Вот это главный принцип. От начала до конца. Начал движение палец, не останавливайте. Ну и не ускоряйте. Самое интересное, вогнева, мабуть, самое интересное было. Вот часто зброя. Відчуття, коли ти вперше його в руки взяв, перший постріл. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший напрямок. Вогонь! Ага, все легко. Я, смотрите, я могу вам указать ошибку вашу, могу объяснить, из чего она берется, могу объяснить, как с ней справиться. Но справиться придется вам, а не мне. Я за вас не отстреляю. Право номер один. Курсу стрільб. З пістолета Форт 17 виконав. В мішень влучено трьома кулями. Оцінка? Оцінка відмінна. Відмінна. Вони не намагаються зламати другого, вони просто стараються бути кращими. І це дуже правильний інстинкт. І плюс ми їм обіцяли, і так і було зроблено, що командирів будуть вибирати одних же.
что, так что у них есть за что бороться и за что стараться показать себя. Группа дружная, группа хорошая. Многих из них я бы видел своих своими напарниками. Конечно, есть, как всегда и везде, исключения, но это так бывает всегда. Вот. Скажу так, я часто психологически или как выбирал людей, с которыми бы я пошел в горы или нет, с большинством из них бы я пошел. Полицейский должен быть надежной защитой. На него человек должен полагаться. И поэтому он должен быть физически крепок и адекватен вызовам, которые у него будут. Но если человек осознает, что ему надо работать, и его работа подвержена стрессу, естественно, он себя будет физически поддерживать. Потому что без психологической подготовки, без физической подготовки, она не очень есть качество. Инструктора нам нравятся, инструктора хорошие, инструктора профессионалы, и это и видно, и чувствуется. Обратите внимание, ствол находится не вот так, чтобы вы не стреляли мне в этот ствол. Тут еще 3-1, и того 4 лучше. 8 месяцев. Все, Леонид. А ты боялась. Спасибо. Да страшно. До встречи. Оружие направили в сторону мишени все время. Нагло, нагло, ты пришел. И все сдались. Понятно? Смена. Старт! В нашей работе рано или поздно нам приходится столкнуться с этой ситуацией. Надо зайти в квартиру, зайти в какой-то подъезд, в дом какой-то зайти, где-то во время патруля осмотреть ту или иную территорию. Мы сталкиваемся с таким действием, как осмотр помещения. Ну, допустим, если зачистка помещения, конкретно брать, что это высокий уровень угрозы, то, естественно, как на сегодняшний день, это целая наука. Это возможный контакт от 0 метров, то есть практически в упор. Поэтому надо человека подготовить, как тактически, так и психологически, физически он должен быть готов. Он должен понимать, что он делает, зачем он делает, куда он идет, куда он смотрит, где ему надо остановиться, где ему надо ускориться, где ему надо пробежаться, где ему надо замереть и послушать, что там происходит. Раз. Пошел напарник, он зафиксировался, я пошел, показал. Научиться можно всему. Профессии можно научиться, как быть офицером можно научиться, дисциплине можно научиться, тактике можно научиться, законы можно наизусть цитировать. Но я очень надеюсь, что они останутся такими же, какие пришли. Обычные, нормальные люди, которые хотят работать в правоохранительной системе своей страны. Они не супергерои, они не должны быть такими. Они не какие-то марсиане, они люди, в первую очередь, должны оставаться такими. Добрый день.
стерва! Добрый день. Соглашайтесь, пожалуйста, на место. Да пошла ты! Тихо, успокойтесь, пожалуйста. Что требуется? Все хорошо чувствуете? Документы есть с собой? Конечно. Руку за голову отвернитесь. Я полицейский, пожалуйста. Соблюдайте дистанцию, мне нужно... У вас разрешение есть? В наших инструкциях мы им говорим, что 90% вашей работы – это общение с людьми. И 10% – это там крепкий орешек и все остальное. В общем, 90% вы должны научиться общаться с людьми, должны понимать. И у нас в предмете нашем очень много таких моментов – общение с людьми. Как разговаривать, как стоять, как вести себя в той или иной ситуации. В общем, методика очень интересная, это целая наука. Полиция Ермаков. Не підходьте близько. А ви не відходьте, я стану на місці. Ви порушили порядок. Я накричу на вас. Будь ласка, передавіть ваші документи. Не підходьте до ваші кроки. Вказувати пальцем руки. Це 12-й форт? Зупиніться, будь ласка. А що не Макарова? А що з 12-й? 12-й форт, так. І що з 12-й? А що 12-й? Вот приемы – это, наверное, самая тяжелая часть, но и самая интересная. И тут мы лучше всего раскрывались и отдавались. Для меня найважче – это то, что я девчина, ну, можно так сказать, слабкіша, ніж чоловіки. И вважаю, что это важко – звалити чоловіка, заламати йому руки. З позиції інтерв'ю, позицію переваги, перейшов, зажав, заставляю руку таким способом, смотрите. У нас нету здесь парней и девушек. Говорит, в шутку мы говорили, полицейские существа бесполые, поэтому жалеть, естественно, мы вас не будем. Вы будете выполнять в паре с ребятами такую же работу, и поэтому вы должны уметь то же самое, что они. Ну, девочке, естественно, мне понравилось. Была очень большая отдача. Очень много вопросов, очень много они интересовались теми или иными моментами. В общем, желание я увидел и увидел на занятиях реальные результаты. Я вообще считаю, что применение оружия полицейским – это экстренная ситуация. И я очень просил ребят, когда с ними встречался вот на последней встрече, что, пожалуйста, не начинайте стрелять сразу во все, что движется. Применяйте все свои навыки, все возможные методы до того. Огнестрельное оружие, как и рукопашный бой – это чрезвычайная реакция на определенные нарушения. И все же есть последовательность действий, в которых применение огнестрельного оружия последнее. Отпускать. Хорошо. Раз отпрыгнул. Молодец. Руки, ноги на носках. Вот так. Раз, да. Вот, затянул его. Хорошо, зажал. Все, зафиксировал. Да, отлично. Через 5 лет у нас есть абсолютно все возможности завершить реформу ГАИ патрульно-постовой, превратить в ее настоящую уличную полицию, то есть патрульную полицию. Завершить реформу криминального блока, это и оперативно-следственный блок, и запустить несколько других процессов параллельных тоже, это не только спецназ, например, создать абсолютно новую инфраструктуру по обмену данными, да, современные технологии следствия, современные технологии мониторинга качества своей собственной работы и так далее, и так далее. Відпрацьовують затримання автомобіля при високому рівні загрози. Перший робочий день? Я думаю, это минимальное количество мною допустимых ошибок и моего напарника. Небольшое волнение есть, чтобы все вспомнить, все сделать так, как надо, так, как мы учили. Мне кажется, лучший день – это когда мы приступим к своим обязанностям и ощутим поддержку людей. Мы
такие же, как они, граждане, которые проявили гражданскую позицию, вот, активность, и решили стать как бы на их защиту, на их, для их помощи. Я надеюсь, что мне в первый день работы не придется применять физическую силу. Это было бы идеально. Это день общения, день помощи людям. Каких-то мелких мелочей, без там, злостных нарушений, без злостных задержаний. Виявляючи якісь правопорушення, спілкуємося з людьми, які їх допускають, пояснюємо їм, чому саме так робити не можна, чому не можна порушувати правила дорожнього руху, законодавство України. І, мабуть, ідеально було б, якби ці люди дійсно розуміли, що вони шкодять самі собі. Щоб мої діти, в першу чергу, відчували себе в безпеці, що вони живуть в правовому державі, в якому знають, що їх защищает буква закона. И есть люди, непосредственно, которые готовы их защищать и защищать букву закона. Если мы уже пришли на эти реформы, так, то хочется, можно сказать, не облажать.